У нас Соня терялась 3 дня. Вот только что пришла. И я только что приехала, да. Вся такая она у нас с этими... Как их там? С клещами. Малыш. Хангри. Голодненький Санёк. Вся постриженная, похудела, из леса пришла. О, какая Соня. Довольная. Да, Соня? Довольная. Один хвостик красивый остался. Ешь давай. Вот так вот постригли Соню. Соня меня месяц не видела. Мурлычет. Вот так вот постригли ее по бокам. Вот так вот постригли ее по бокам. Вот. Все, теперь Сонечка у нас будет такая облезленькая. Ну ладно, летом можно. Соня, ты похожа на кого у нас? На дикую кошку. На дикую кошку. Ты, наверное, волков видала в лесу. Ой, на ней клещей сидит масса. Сейчас буду клещи вытаскивать. Голодненькая пришла. Ну, кушает. Кушай, кушай, Соня. Голодняк-кот. Голодняк-кошак. Голодная. Мышей в лесу, наверное, не было. Ну, 3 дня не было. Кошки. Такой вот немножко дикий котей лесной. Голодный. Ну, как с остервенением. Мясо ждет и жрет ветчину. С маслицем дала ей. А уж этих-то принесла, штук 15 на ней было, клещей. Вот, сейчас ей еще одну воткну. Капельку на зашерсток, на загривок от клещей. Раз в месяц надо. Вот уезжала, оставляла одну ей, делала ей на шерстку. Вот сейчас еще одну сделаю. Будет уже не 15, а, например, 3. Не 100%, но помогают.